Жители одного из домов центрального района Шымкента боятся выходить на улицу в родной двор. Дело в том, что уже несколько недель он наполовину завален мусором, который коммунальщики не думают убирать. В результате свалка под окнами у жильцов может дорасти до второго этажа. Возмущенные жильцы дома по улице Иляева уже и не помнят точно, когда коммунальщики в последний раз опустошали мусорные баки. Гора мусора, которая с каждым днем становится все больше, находится прямо посередине двора. Еще немного, и хламом будет завалена дорога. Жильцы ежедневно наблюдают за тем, как гора постепенно растет. Говорят, что устали звонить и писать во все инстанции, прося помощи. А самим убрать весь мусор жильцам не под силу. Мусора огромное количество, и уже 3 дня назад был здесь пожар. Неизвестные подожгли этот мусор, и здесь все горело, пылало. Но хорошо, что пожарники приехали, все быстро потушили. Мы очень испугались. То есть, если бы не было этой кучи, ничего бы и не случилось. Если бы это был бы единичный случай, мы бы поняли бы. Не успевают, там люди очень заняты, может, машина, там мусоровоз поломался. Но это не единичный случай, это постоянно так. Дома в центре Шымкента буквально тонут в мусоре. Неприятный запах и мухи – это далеко не полный перечень проблем, с которыми столкнулись жители. Местной детворе для игр приходится искать другой двор. В этом находиться опасно для здоровья. Горам мусора очень часто приходят бродячие собаки. Сейчас собаки разносят мусор везде, по дворам. И, соответственно, это все валяется. Ну, убираем, конечно, но без толку. Избавить их от мусора во дворе жители просят компанию «Орион Новые технологии» уже 2 недели. Хотя оплачивать свои услуги компания жильцов не просит. В этом доме должников нет. От комментариев представители компании «Орион Новые технологии» отказались. Вероятный сотрудник фирмы, который так и не назвал свое имя, сообщил нам в телефонном разговоре, что мусор не убирает из-за поломки спецтехники. Но в скором времени проблему пообещал устранить. Свое обещание компания выполнила в тот же день. Двор вычистили. Теперь на журналистов надеются и жители домов по улице Желтоксан. Здесь тоже мусор компанию «Орион Новые технологии» не вывозит уже несколько дней. Техника компании заработала, похоже, только для одного двора Шымкента. Вот уже буквально 3 дня вот эта куча, она не убирается. Во дворе играют маленькие дети. Раньше убирали нормально, а вот последнее время вот так вот. Специалисты ЖКХ советуют жителям обращаться в районный акимат с жалобами на мусор во дворах. Говорят, что это в их компетенции – заставить компанию, собирающую деньги за мусор, выполнять свои обязанности. К слову, компания «Орион Новые технологии» решила, чтобы и наш офис утонул в мусоре. Мусорный бак они не убирали уже несколько дней.